Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на Сир Район Ролеплей. И сегодня у нас будет админ патруль, пацаны, поэтому с вас лайкосы, и погнали. Так, первый у нас клиент, что-то он выехать не может, кстати, это в Батырево находится аренда машин. Как я понял, ну вроде бы ничего такого нету, чувак едет спокойно себе, ну, пусть едет. Так, тут у нас... ФСБшник, точнее ОМОНовец. Какой у него суровый взгляд. Так, это с ним админ, наверное, или нет? Я хрен его знает. Ну ладно, ничего интересного, погнали дальше. О, пацаны, новый Деморган добавили. Я забыл вам показать. Но это уже в следующей серии, пацаны, кто хочет, поэтому пишите в комментариях. Хотя, блин, я думаю, вы так можете Деморган глянуть. Но Деморган это обновление сделали буквально сегодня, по-моему, или ночью. Потому что вчера только скрины видел. Так, тут у нас машина забитая ОМОНовцами. Чувак что, с полей выехал? Не, не с полей. Ну ладно. Так, ОМОН. Гелик суровый у нас тут, блядь, ну это пиздец. Не, ну бля, ладно, хотя винил голубой. Не, это не голубой, это коралловый. А чё мы по встречке едем? А ну, это админ или нет просто? Столько админов, тогда... Даниэль. Да, это администратор. Тогда не будем его трогать. Там, по-моему, 32, да? Так, Джайл. 32. Нон РП. Все, пусть посидит в Деморгане. Пацанчик отдохнет. Так, идем дальше. Онлайн сейчас у нас 64. Почти 11 утра. Точнее дня, можно обед, можно сказать. Хотя нет, это не обед. Нет, Деморган надо будет саму глянуть. Мне тоже интересно, я просто скрины видел. Там, конечно, поугарать можно, я вам скажу. Так, Марко. Ага. Виталий. Видите, нарушителей особо нету. Вчера онлайн был 110, по-моему, самый большой. Вчера, блядь, читеры нападали, ебланы. Поэтому вот такая вот дичь была. Так, чувак тоже Деморган сидит. Блядь, ну Деморган, конечно, пацаны, это реальная тема. Просто обозрите, что олени там делают. Блядь, ну... Да можно пацанта деть для тебя, я вам серьезно говорю. Там такой угар жесткий, бля. Чувак, ФК просто стоит. Так, Гера. Гера. Ты Валера. Алиред. Так, видите, блин, некого наказать даже. Попался, мой хороший. Иди по Деморгане посиди. Отдохни. Вот это заебись. Кто это написал? Ну? Рони. Рони. Ах ты его наказал, этого Рони. А. Ну пусть ставит дизлайки. За то, что посадил он на меня бомбить, типа я буду дизлайки ставить. Ну, чувак, ты сам виноват, нехуй было нарушать. Так, это администратор. Чувак тупо стоит. По нихоп мы не наказываем. Так, Деморган. Так, нахуй статистику чекаю. Так, чувак на скутере едет. Лиза Белякова. Лиза Белякова. Нормалек, да? Но она нихуя не делает, поэтому пизду в пизду. Поэтому, так. Варн. 1. ДМ. Ин. ЗЗ. На, улетаешь ты, братан. Так, сейчас посмотрим. Деморгана нельзя дымить, если чё. За это вареники даем.
Вот видите, здесь такая лестница, и чувак сейчас будет выбираться наверх. Деморган реально прикольный, бля. Ух, нихуя себе. Он лаганул, надеюсь, они читы. Чувака прихуярило. Так, не обращайте внимания на звук, это видос отмонтировался. Какой вы уже, наверное, посмотрели. Так. АФК, чувак стоит. Ну, Деморган, блин, пацаны, это реально тема. Они его с нуля делали, короче. Бля. Ну, блин, ну смысла, я думаю, нету снимать по нему видос про Деморган подробно. Хотя, пишите в комментариях, я, может, и сниму. Так, чувак по дому входит. Олег какой-то. Угу. Блин, видите, никто не нарушает, блин. Даже радует глаз просто. Так, Виталий. На красный Виталий у нас приедет. Видите, блядь, не нарушают. Даже неинтересно снимать админ патруль, блин. Нет, я шучу, конечно, это хорошо, что никто не нарушает. Это замечательно прям. Это прям, муа, персик прям, заебись. Нам меньше работать теперь. Так, чувак, Деморган не сидит. Сейчас онлайн 68. Но это надо снимать, наверное, когда онлайн 110, 120. Онлайн самый большой был, это 117 на этом сервере. За мне здесь очень нравится. Свою подписчику посадил. И чё? Как бы все равные. Я не собираюсь никого блатить там. Типа, вот ты мой подписчик, все, ты нарушил, я тебя не буду сидеть. Такого не будет. Реально. Как бы, хотите не сидеть до Моргане, то не нарушайте. Так, спек 61. Так, не вижу нарушений, что я. Хм. Что часто мы в Деморган попадаем. Прикинь, когда здесь будет дохуя народу. Это будет пизда, конечно. Да. Бен Теретов. Так. Егор Путбуль, это подписчик, по идее. Так, Вито. Так, репорт нихера не приходит, по сути, да? Давайте последим. Будет ли он что-то делать, что это 61-й? Я на самом деле без понятия. Просто, блин. Я всегда, когда, если я не вижу нарушения лично, я не буду следить. Как бы то, что вы напишите, там вот, там такой-то ДМ, если я не вижу нарушения, даже если админ пишет, то я смотрю, а потом только наказываю. Понимаете? Рома Кизяков. Ладно. Кстати, у меня уже фулл доступ, короче, я могу себе и бабки выдавать, и админку выдать себе, могу и снять. У меня, короче, фулл доступ вообще есть ко всему. Короче, я прописан в хостинге, в моде, так сказать. Я могу все, что угодно делать. Ну, конечно же, я никому ничего выдавать не буду. Без указаний старших. Чувак подарок собирает. Кто не видел, кстати, видос про подарки, он, кстати, это звук был именно того, что отмонтировался видос, то, в принципе, посмотрите и собирайте подарки. Потому что подарки это тема, пацаны. Так, спек 32. Джайл 32. Давайте ему вареник выдадим. Варн 32. ДМ. ИНЗЗ. Выдадим ему вот такой вот варн. Хотя, может, он и читы юзает, я не знаю. Но что-то подозрительный был типок, на самом деле. Откуда у него оружие в Деморгане, я не понимаю. По-моему, это читер был, походу.
Потому что откуда у него реально оружие? Я не понимаю. Ну ладно. Если что, я потом видос пересмотрю и забаню бы в офлайне. О, Вася. Какой у него иди 6-й? И 5-й. Так, у нас. Спек 5-й. Смотрите, еще в наглую, сука, едет, пида. Наглую, сука, хуярит он, хуярит. Вообще ни стыда, ни совести просто. На снегоходе можно ездить по полям, на машинах нельзя. Это чтобы вы знали, пацаны. Снегоход, хотите по полям хуярить? Покупайте снегоход. А так нехуй нарушать. Что-то нихера интересно не происходит. Ни читака, никого нет. Евгений Миров. Офродят, пацаны, офродят. Чувак на девятке хуярит, а этот на Субаре. Так, спик 25. Чё я не могу его глянуть? Ладно. Хрен с ним. Иван, Иван. Халиф какой-то. Кирилл, гострим или видос? НС. В данный момент снимаю. Так, 67. Все. Я ему ответил. Главное, чтобы меня, блядь, не крашило. АНС-69. Ой, 59. Ку-ку. Стрим или видос? Видео. Так, все, давайте не будем отвлекаться. Так. Они едут, нихуя не происходит. Чувак, где Морган не сидит уже? Короче, чуваки, меня крашило, да. Я зашел спустя где-то полчаса, потому что я был занят немножко. Монтировал видео другое и влаживал его. Так, и что у нас по онлайну? 85. О, вот это уже оно, вот это уже можно. Из-за того, что я быстро, блин, спекаю... О, нихера себе не сели. У чувака попугай на плече, а, сука. Ай, ёпта. Админа на самом деле до хера, но на РП коп. Спек 31. Так он сидит тупо в машине. Ладно, я нарушений не вижу, в принципе. Джайл 34. ДМ. Посиди, отдохни, братан. А ну стопэ, он кого, в кого он стрелял вообще? Ну. Спек офф. Так. Дмитрий Крымский. А не. Я думал, это типа его чувак, так бы ему вареник дал бы за ТК. А это был не его. Ну, не из его фракции, короче. Так, чувак бегает. О. Кью-кью. Серии. Это администратор, как он мне помогал подарки собирать. Изи. Кстати, скоро обнов будет там на районе. Мне основатель писал, я не знаю, какой будет, но он говорил, что мне понравится. Значит, вам тоже понравится, потому что... Что нравится мне, в принципе, то нравится и вам. Поэтому, думаю, будет все заебись. Так, Алина Виноградова. Так, пацанчики катаются, наверное, подарки собирают после моего видоса. Кстати, не видел видос про подарки. Обязательно посмотрите, пособирайте подарочки. В принципе... У меня это заняло сколько? Ну, минут, наверное, 20. В принципе, потому что на машине я ездил, я босу не топыхался. Поэтому, я думаю, у вас тоже займет, в принципе, мало времени. Поэтому 20 минут, я думаю, нетрудно будет потратить, чтобы пособирать подарки.
Так, здесь у нас никого нету. Так, Евгений Миров. Так, АФК съебался. Вот здесь снег идет. Видите, снег идет. Смотрите, ёпта, снег пошел. Хм, прикольно. Так. Это есть еще админ дом, пацаны. В телепорте есть админ дом. И видите, он выходит на спаун прям. Прикольно, я такой вчера его нашел на самом деле. Так, чувак у нас с пушкой бегает, ДПС, судя по всему. Ну ладно, думаю, не будем его трогать. Так, у нас флешбэшники. Так, они куда-то поехали, ну ладно. Сейчас посмотрим, что-нибудь делать. В принципе, да. Так, извини, чувак, ты получаешь деморган. 26. Нон РП. Ой. Стоп. Так он 26. Он джайл 26. Стоп, какой у него ID? 28? 28. Видите, блядь, это черная сука, хуёво так видно нахуй. Так. За яйца. Видите, я случайно ID перепутал, но я его чувака выпустил. Так, чувак у нас подписчик. Проводился, так, чувак в автосалоне. Ну, пацана, блин, все блат номера пацаны заняли, сука. Это, конечно. Блин, а что из них здесь снег идет, а в других местах не идет? Киряку. Вообще я напишу всем привет. Потому что каждому отвечать. Это будет не очень. Так, МСГ, МСГ, МСГ. Ты её снимаешь. Кирюха, брат, тоже здорово. АНС 31 плюс. ГГ 31. Все, ответь ему. То, что я снимаю, так. А чё мы тут стоим по встречке, а? Давай, поедь по встречке, я тебе, блядь, сейчас. Давай. Поедь по встречке, а? Ну же. Чего интересно на встречке забыли? Кирилл, помоги собрать подарки, плиз. Кирилл, выдай подписчику 14 миллионов. Нет, чуваки, мне нельзя выдавать вам деньги. Да и так бонус 40 лямов, куда вам еще? У меня, блядь, денег дохуище, но мне некуда их тратить даже. Я потратил, наверное, всего лишь лямов так 20 на все. Понимаете, блин? Реально некуда тратить бабосы. Реально просто некуда. Поэтому, блин, смысла вам еще бабок давать я не вижу. Не, хотите, я могу конкурс сделать. Там на лямов так 500, допустим, да? Там 500 лямов, 5 призовых мест. Могу такое сделать. У нас на это можно ездить по полям еще. Так. Чем мы на скутере проездим? Так, вот сейчас норму отвечаем в ПМ. Ну, нормально, что. Блин, ну реально мало кто нарушает на самом деле. Хам. Как-то он странно ездит на самом деле. Ну ладно. Оффроуд, все дела. Так, 5 админов одному игроку. Хм. Ну да. Ой. Спек 1. Давай сейчас по бурику, по спеку пройдусь я. Лайн 80, ну нормально, чё. Так, чуваки в деморге стоят. Ну видите, никто не нарушает, как бы, ну. Некого даже наказать, по сути. По сути, даже некого наказывать. Но мне это нравится, то, что люди не нарушают то, что... Ну, видите, в деморгане
На самом деле не так уж много людей, сколько. Ну это все люди. Сколько? Раз, четыре, шесть. Шесть человек всего лишь. Хотя онлайн 83. Я думаю, это вполне себе хорошо. Какой-то он цвет был, там зеленый был, по идее, да? Ну видите, ПДД соблюдается. Это реально круто. Светофоров нету, по идее. Чуваки вот подарочки собирают по моему видосу. Стопудово отвечаю. Вот кто подарки собирает сейчас в это время, то это все с моего видоса. Вот видите, подарочки собирают. Вы тоже собирайте. Предыдущее видео. Я ссылку оставлю, наверное, на видео в описании. Поэтому. Хотя, блин, это предпоследнее видео. Как бы, ну. Тела, ладно. Посмотрим, короче. Начало до стадиона. Чуваки подарки собирают. Видите, чуваки на красных стоят. Вообще, все охуенно, пацаны, короче. Я даже, блядь, админить не хочу, потому что никто не нарушает. Ладно, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Заходите на сервер, собирайте подарки. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.